Для ивановских футболистов наступила черная полоса. В пятницу текстильщик выбыл из розыгрыша Кубка России. В 1/64 финал наша команда в домашнем матче уступила футбольному клубу «Химик» из города Дзержинск. Гостям удалось трижды поразить ворота текстильщика. Наши футболисты так и не смогли им ответить. Итоговый счет встречи 0-3 в пользу «Химика». Отрицательный результат игры расстроил и болельщиков, и самих футболистов. Я, во-первых, очень хочу извиниться за такую игру. Дома мы не должны вообще так играть. При, тем более, таком количестве болельщиков. Что помешало, я не знаю. Вроде все пацаны настраивались на игру. Не знаю, может быть, самоуверенность из предыдущих игр так повлияло, что мы не можем на остальные игры после Пскова никак настроиться.